Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре вот такие вот рарики, произведенные в Поднебесной. Это у нас новые копии монет номиналом 1 гривна. Здесь уже китайцы начали делать 95-й год, ну а также 92-й год попутно. Ждал я, конечно, долго эти копии, но, по-моему, уже, насколько я видел в интернете, вроде бы уже сделали копии и англичанок, кроме 50 копеек, вроде бы 10 и 25 копеек тоже скопировали. Ехала посылка относительно таки недолго, видно же, вот какая красота. Летая монета, это у нас по монетке заказал 95 и 92 года, ради общего развития, дабы посмотреть на технологии Китая. Вот, в принципе, чем вам не монетный двор? Смотрите, какая монета получилась. Гурт, конечно же, гладкий. Никто китайцев не будет подделывать, наносить изображение на гурту. Ну вот, в принципе, если сравнить, то, в принципе, знаете, сделано довольно-таки неплохо. Если бы она, конечно, не особо блестела, то, в принципе, нюансы практически не видны. Конечно же, кант тут немножко потоньше. Сделанный как второй штамп в 95-м году. Здесь у нас кант более узкий. Ну и, соответственно, гурт у нас гладкий. По толщине монета, в принципе, такая же самая. Постараюсь еще дополнительно добавить параметры данной копии, а также вес, я думаю, допишу в описании под видео. Так что, видите, вот китайцы уже начинают делать копии. Ну, видно, кто-то же с Украины, естественно, заказал, потому что, знаете, китайцы просто так не будут вывозить какие-то там редкие монеты и делать их копии. Просто есть заказ определенных людей, которые берут определенную партию чемалу, и они вам сделают все, что угодно. Так что, видите, вот какая красота, особо да и не отличишь. Понятно же, что цвет немножко другой. Ну, знаете, иногда специально устаривает материал, дабы потом делать вид, что это в бабушке в селе, там где-то на полочке нашли. И ни при чем не знает, что это за монета. И время от времени такое добро тоже довольно-таки неплохо продается на аукционе, даже в том самом Виолете. Можно, в принципе, ради интереса еще 92-го года достать монету. Литую. Так, где у нас тут попроще будет, дабы достать. Многие, конечно, напишут, зачем это надо, зачем их покупать. Ну, знаете, $1 с мелочью за копию и хотеть с нее что-то фантастического. Ну, ребята, у нас сейчас посылка новой почты, которая едет по Украине, практически затянет на вот такую вот копию. В принципе, довольно-таки прикольно. Вес, я думаю, естественно, будет разный. Но здесь у нас изображение, я думаю, абсолютно идентичное. Никто особо не заморачивался, просто сделали. Ну а с другой стороны у нас отлили год отдельно 92 и 95. Вот такая вот красота. Сейчас постараюсь добавить видео с подвесов. Ну, понятно же, вес здесь будет абсолютно другой. А может, конечно, китайцы и сделали вес более к оригиналу. Ну не знаю, если честно, только в руки взял, даже еще не взваживал. Давайте перейдем к взвешиванию. Так, весы у нас есть. Сейчас взвесим копию 95 года. У нас 8,32. Сейчас взвесим 92 год. Я думаю, там, в принципе, то же самое будет. Ну да, 8,15. Плюс-минус. Ну, оригинальный 95 года, 92 у меня, конечно же, нету. Вес 6,9. Так что, ребята, вот такая вот красота, которую, в принципе, себе по одной и откладу. Понятно же, для прикола. Для того, чтобы знать, что китайцы молодцы. 92-й год вряд ли я найду, да и вряд ли буду покупать. Так что, в принципе, копией можно закрыть маленький квадратик, дешево, сердито. И ничего не теряя. Так что, ребята, вот так. Надеюсь, вышеизложенная информация будет для кого-то полезной. Вдруг кто-то еще не видел такие копии. Копии пошли с Китая. Всем пока!